ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העם, ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו, כי הבנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים. Горят свечи в честь великого праздника Пасхи. На древнееврейском языке, языке отцов, раввин начинает пасхальную молитву. Празднованием Пасхи народ Израиля из года в год отмечает свое освобождение из рабства, исход из Египта, избавление от бедствий, постигших Египет, и помощь Бога на пути евреев к свободе. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מכל הלילות? Почему, спрашивает младший из сидящих за столом словами древней литургии, почему эта ночь не такая, как все остальные? Почему мы едим горькие травы, едим пресный хлеб, который специально выпечен из неквашеного теста? Почему мы сидим, так, словно немедленно отправимся в путь? Ответ гласит, потому что это было нашей пищей в ночь освобождения. Если бы Господь не вывел нас из Египта, мы остались бы там рабами навечно, потому что во время исхода наши разрозненные племена стали единым народом, история которого начиналась именно тогда. Вот почему нужно вновь и вновь рассказывать историю освобождения израильского народа от рабства. Говорится в древнем тексте, читаемом на Пасху. Да будет благословен повествующий об этом. Аарон! 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 Аарон, что с тобой? Я видел Моисея. Ложись, поспи еще немного, на дворе ночь. Но я так ясно видел его. Моисея? Но ведь никто не знает, где он. Он в пустыне. Через пустыню он шел ко мне и звал меня. Моисей возвращается. Это лишь твой сон. Нет, я знаю, это был он. Он звал меня, и поэтому я иду навстречу. Аарон. Он не может вернуться. Моисей до сих пор считается убийцей. Его могут схватить. Но он вернулся. Я должен выйти ему навстречу. Он во мне нуждается. Но, может быть, вы и не встретитесь. Ты не знаешь, куда идти. Пустыня так велика. Нет. Наш Господь мне покажет дорогу. Тогда возьми с собой воду и свежий хлеб.
Моисей. Моисей. Моисей! Аарон. Моисей, брат мой. Я ждал тебя сегодня, я знал, что ты придешь. Я видел тебя во сне, ты звал меня. Ну, знать, что я приду? Господь говорил со мной. Я услышал голос из горящего куста, который не сгорел, и он сказал мне... Что мы должны встретиться. Да, и что у нас впереди очень много дел. Аарон, давай сядем в тень. Солнца на моем пути хватало. Иди, сказал мне голос. Ты должен вывести израильтян из рабства. Я ответил, но кто я такой, чтобы к фараону идти? А голос сказал мне, не бойся, я буду с тобой. Но кто это был? Бог Авраама, Исаака и Иакова. Как его имя? Я спросил его. Ответ, я тот, кто есть. Скажи израильтянам, Бог наших отцов послал меня к вам. Но почему именно я должен это сделать? Я воспитывался при дворе фараона и не знаю их языка. И Господь сказал, у тебя есть брат Аарон, он будет твоими устами. Он выйдет тебе навстречу и возрадуется, увидев тебя. Он будет твоими устами при обращении к народу. Как говорить с фараоном, я знаю, но к народу должен обратиться ты. Ты же убил египтянина, тебя могут схватить. Этого не произойдет. Но ведь у нас нет ничего, чтобы убедить фараона. Есть. Этим я могу творить чудеса. Жезл дает мне силу, которой нет ни у кого из людей. Но у нас нет ни солдат, ни оружия, ни друзей, Моисей. Посмотри, что стало с людьми под плетьми египетских надсмотрщиков. Они окончательно потеряли мужество и уже не смогут защитить себя. Бог отцов наших теперь с нами. Он больше не хочет видеть, как страдает его народ. Фараон, мы знаем, насколько ты мудр и великодушен, и поэтому просим тебя отпустить наш народ на 3 дня в пустыню для поклонения нашему Богу. Так сказал мне Господь, Господь Израилев. Господь? Ваш Господь? Почему, скажи мне, я должен слушаться Господа израильтян? Он не может отдавать мне приказания. Я не знаю его. Это была большая дерзость твоей стороны возвратиться в Египет. Я до сих пор не забыл, что ты пролил кровь египтянина. Скажи мне, когда ты успел так близко познакомиться с этим вашим израильским богом? Ведь ты воспитывался как египтянин. Или тебе чем-то не понравился дворец, в котором ты вырос? Бог Израиля явился ко мне, и тогда он повелел. Ты должен пойти к фараону, чтобы он отпустил мой народ. Только 3 дня, великий царь, больше не надо. Мы принесем жертвы своему Богу, иначе он покарает нас болезнями и войною. Но как вы смеете отвлекать народ от работы? Я должен прекратить строительство города только потому, что вы устраиваете праздник. Похоже, у ваших людей очень много свободного времени, если они думают о праздниках. Вон! Вон! Что еще? Он не может идти. Вы же видите. Вставай немедленно, собачье отродье. Ты меня запомнишь. Получай. Не надо, не надо, не делай этого. Будет только хуже. Не надо, не надо. Давайте, шевелитесь за работу.
За работу, вы лентяи! Я выпью из вас лень! Выпью! Стало еще хуже с тех пор, как ты вернулся домой, Моисей. Чего ты добился от фараона? Ничего хорошего. Теперь египтяне даже не дают нам соломы, чтобы сделать кирпичи. Фараон приказал, чтобы мы сами ее собирали. А дневную норму кирпичей не убавили. Ты можешь нам сказать, что теперь делать? Успокойтесь, это было только начало, попытка. Если вышло так, то лучше в другой раз не пытаться. Египтяне издеваются над нами. Вы ленивы, говорят они, поэтому и хотите уйти в пустыню и принести жертву вашему богу. Вам нужно больше работать, и глупые мысли не будут приходить вам в голову. У тебя были добрые намерения, Моисей, мы знали это, но ты сделал нам еще хуже. Ты сделал нас ненавистными в глазах фараона. Его люди издеваются и мучают нас. Теперь они взвалят на нас такое бремя, которое нам никогда не вынести. Моисей, это ты виноват в страданиях нашего народа? Ты и ты, Аарон. Господь покарает вас, если мы умрем. Для чего ты послал меня? Я пришел к фараону, как ты повелел, и сказал то, что был должен сказать. С тех пор мой народ страдает еще больше. Почему, Господи, ты не делаешь ничего, чтобы избавить мой народ? Своими силами Израиль не мог освободиться от рабства, но Господь являет свою силу, Он посылает бедствия. Воды Нила превращаются в кровь, жабы, комары, мошки наполняют землю, пёсьи мухи, моровая язва. Град, саранча и тьма спускаются на землю, и потом умирают первенцы. Все уже готово для нашего бегства из страны египтян. Хорошо. Скоро пробьет наш час. Этой ночью все решится. Вопля смерти первенцев будет звучать всю ночь по всей земле египетской. Фараон отпустит наш народ. Да исполнится воля Господа. Они закололи ягнят, как ты велел. И помазали кровью дверные косяки. И как только подадут сигнал, они начнут есть мясо. И пресные лепешки. Так уж получилось, что не было времени испечь другой хлеб. Мир вашему дому! Все готово, Моисей. Люди ждут. Когда придете в землю, которую Господь даст нам, храните воспоминания об этой ночи как закон для себя и соблюдайте это служение. Если дети спросят вас, почему вы это делаете, ответьте: мы едим праздничную трапезу Господню, потому что в Египте Он прошел мимо домов израильтян и не поразил их. Ты, Моисей, и ты, Аарон. Фараон зовет вас, следуйте за мной. Вы слышите крики и плач? Они умирают, все наши первенцы. Уходите из этой страны! Прочь! От моего народа вы и все израильтяне! Служите вашему Богу, как вы хотели! Возьмите все, что вам принадлежит! Но оставьте мою страну! Если вы еще хоть немного задержитесь в Египте, мы умрем! Ваш Бог намного сильнее наших богов! Идите и служите Ему! И молитесь за нас.
Аллилуйя, аллилуйя, авди Ашем, аллилуйя, Эчем Ашем, Ехи Шем Ашем, Мубарах Мята Виадолам. Так празднует народ и сегодня ту ночь освобождения. Это Господь, говорится в древнем песнопении к празднику Пасхи, сделал из рабов свободный народ. Он превратил печаль в радость, скорбь в праздник, тьму в свет. Из рабства Он привел нас к свободе. Отныне и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.